20 мая команда детской спортивной школы города Ивантеевки заняла третье место в турнире по волейболу «Одинцовская весна» среди девушек и юношей 2005-2006 годов рождения. А на следующий день женская команда 2003-2004 годов рождения заняла второе место в турнире памяти заслуженного тренера Матиенко. В Анапе состоялось первенство России по боксу. Ивантеевец Вадим Алексеев занял пятое место. Команда ИХМ в открытом турнире по хоккею с шайбой среди юношей 2008-2009 годов рождения, посвященному присоединению Крыма к России, заняла первое место. Сыграв с Атлантом со счетом 5-5, ивантеевские ребята собрались и в сухую 7-0 победили команду «Бобры». А хоккеисты 2007 годов рождения вышли в финал открытого первенства Тульской области, победив тульский клуб «Тигры» 5-4. А самые младшие игроки ИХМ 2010 года рождения не посрамили свой клуб и вырвали победу у «Атланта» со счетом 7-5. В Королеве состоялся открытый турнир по дзюдо спортивного клуба «Орленок». Первое место заняли Егор Мацеевский, Артур Мартиросян, София Выдрина, Артем Колганов, Мусина Ибрахимжанова. Вторыми стали Никита Косарев, Александр Лущеко и Матвей Разживин. А третьими стали Семен Маньёш, Матвей Крусняков, Вячеслав Тельбухов и Вадим Рощин. В Дзержинском прошел международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 годов рождения, в котором приняли участие гости из Эстонии, Латвии, Казахстана, Финляндии и Беларуси, а также из городов России. Ивантеевку на турнире представили 8 воспитанников спортивной школы. Савелий Боров занял второе место. Данил Чупраков, Артем Фомичев и Надежда Лукина стали третьими. Трехкратный чемпион Европы и России по тэквондо ИТФ Сергей Аракелян показывает ученикам пятой школы мастер-класс по технике боевого искусства. «Здоровым быть модно» – это первый антинаркотический фестиваль в Ивантеевке. Перед нами поставлена проблема, что очень большой отказ от прохождения тестирования наркотики среди учащихся в школах. И мы решили создать вот этот проект «Здоровым быть модно» и показать, и рассказать ученикам школ, что не надо бояться проходить тесты на наркотики. Это наоборот хорошо, надо гордиться. Вот я прошел тест на наркотики, я не употребляю наркотики, я этим горжусь. Также наш проект добавлен в библиотеку проектов Московской области по реализации, и если он покажет свою состоятельность, то мы его будем реализовать уже в других муниципальных городах области. Показательные выступления исполняет школа тэквондо ИТФ «Вымпел». Ее воспитанники уже занимают призовые места на различных соревнованиях по тэквондо и кикбоксингу. Ученики пятой школы могут попробовать свои силы в веселых спортивных соревнованиях, подготовленных общественной организацией «Импульс». Заканчивается мероприятие перетягиванием каната, а организаторы обещают, что подобные антинаркотические праздники пройдут в каждой школе города, но уже с началом следующего учебного года.